пожаловать на подсолнечную кухню. Сегодня мы с вами готовим тортик, который называется у нас в Америке Dirt Cake. Это очень необычный торт без выпечки, который готовится на основе так называемого печенья Oreo. Это America's Favorite Cookie, самое любимое печенье Америки. То есть все, наверное, его знают, да, такое черного цвета печенюшки. Вот, по-русски даже не знаю, как перевести, наверное, тортик из грязи, что ли, но он действительно выглядит как земля. Вот, украшается он или червячками, или цветочками, выглядит очень необычно, очень интересно. Не очень известный рецепт, но если ваши гости его один раз попробуют, им очень понравится. Что нам понадобится для этого тортика? То есть рецепт я уже один раз пробовала снимать, и у меня не получилось, потому что моя помощница была со мной. Вот, и она так обезьянничала перед камерой, что она просто украла все внимание. И там надо было смотреть только на Лиду, а не на рецепт самого торта. Сегодня я пытаюсь записать его без нее, но она скоро должна прийти со школы. И, скорее всего, уже когда мы его будем складывать слоями, наливать, она будет тут. Основные ингредиенты нашего тортика. Для тортика нам понадобится, естественно, упаковка. Полторы упаковки я буду брать Oreo, потому что на то количество крема, которое нам дается в рецепте, вернее, самой земли, получается мало. Так, нам нужно молоко, и нам нужны две упаковки вот такого вот пудинга. Пудинг этот ванильный. Он очень быстро застывает, и нам нужно будет его разводить молоком. Помимо пудинга, нам нужна одна упаковка сыра Филадельфия, это сливочный сыр, его у нас 220 грамм, и 120 примерно грамм сливочного масла. Также нам понадобится нечто, называемое Cool Whip. Если у вас его нет, берите взбитые сливки, потому что это я никому не советую есть, использую его только для этого торта. Это взбитые сливки, так называемые, но... Они сделаны из растительных масел, то есть тут хорошего ничего нету. Вот. И нам нужно будет буквально пару ложечек сахарной пудры. Рецепт просит полстакана, это очень сладкое. Мне не понравилось, насколько сладкое оно получается. Вот, начинаем с чего? Начнем с вами с того, что мы с вами размешаем и сделаем сначала пудинг, для того, чтобы он у нас застыл. Итак, я открыла две упаковки моего пудинга. Все, что я делаю, это я разрезаю пакеты, высыпаю содержимое в мисочку на два пакета пудинга. Нам понадобится 3 стакана молока. Вот здесь у меня 2 стакана, и сейчас еще один долью. Вливаем молочко в наш пудинг и начинаем развешивать венчиком. В принципе, в этой процедуре нет ничего сложного. Потихоньку это все надо делать. Он называется Instant Mix, то есть быстро застывающий пудинг. Вот и все. И еще 1 стакан. Потому, я же говорю, это крем получается довольно-таки много. Я никогда не пробовала уменьшить его наполовину и класть просто 1 упаковку. Вот, в принципе, я думаю, может получиться, если брать меньшее количество. Все, я размешала свой пудинг, он все равно еще, видите, такой вот, ну, немножко жидковатый, то есть я его сейчас поставлю в холодильник буквально на 10 минут, и к тому времени, когда мы будем готовы с остальными ингредиентами, он у нас уже застынет. Следующее, пока застывает наш пудинг, я открываю упаковку Oreo и вот так вот разламываю буквально на 4, на 3 части и бросаю их в процессор. В процессоре или в мясорубке они очень хорошо перемелятся.
Вот первая порция землички готова. Вот что случилось с печеньем. Такой получается у нас очень красивый, очень богатый, рассыпчатый гумус. Я продолжаю молоть печенье. Так, теперь мы начинаем смешивать масло, сливочный сыр. Сливочный сыр я нечаянно купила тот, в котором меньше жирности. Хотя я, мне казалось, смотрела внимательно. Вот. Но я надеюсь, что он будет точно такой же. Итак, сливочный сыр, масло. Вот. И буквально одну ложечку сахарной пудры. И теперь попробуем все это смешать. Когда наша масса более-менее смешалась, я беру упаковку вот этих вот взбитых сливок, которые не совсем сливки, вот, и выкладываю их туда и начинаю смешивать взбитые сливки со сливочно-масляной массой. Это смешалась и эта масса, я дождала наш с вами пудинг. Девочки, прошло, наверное, минут 7-10, и вот он застыл. Такой вот красивый шлеп-шлеп. Я его выкладываю туда, и сейчас мы это все вместе будем перемешивать. И это будет наш готовый крем для нашего тортика. Все, ребята, вот до такой консистенции у нас наш кремик размешал. Смотрите, какая желтая вкуснятина. Этот крем очень вкусный. Знаете, он замораживается, получается как мороженое обалденное. Сейчас мое помогательное чудо придет со школы, и мы с вами начнем сборку этого тортика. Ну вот, моя помощница пришла со школы, и теперь мы будем с ней вместе складывать, собирать тортик. Собираем как? Кладем слой гумуса. Я использую для этого такой трайфл-бол. У меня больше ничего подходящего нет. Здорово было бы ими, конечно, иметь огромный цветочный горшок. И в этот цветочный горшок тогда... Первый раз я когда увидала, я вот увидала просто цветочный горшок с цветами. И я думала, что это просто было цветочек, украшение на столе у кого-то. Оказывается, это был торт. Да не видно, только твою руку. Ну, меня не надо видно. Главное, что тебя видно, да. Так, и теперь выкладываем наш крем. Эх, как я хорошо выкладываю. Шмякнула прямо на это, на трайфл. Вот теперь так аккуратненько постараться его. Так вот аккуратненько все это разгладить. Да. Собирай, слизывай. Более-менее равномерно. Вот. И следующий слой нашей грязьки. Орео. Да, Орео. Да. Лида вчера носила в школу свои капкейки, которые мы сделали вот точно так же. Дети боялись пробовать. Они думали, что это была настоящая грязь. I don't think that's the case. Ням. У тебя есть твоя штука, которую надо облизывать. Это закрывалось, мать. Так. Еще один слой грязьки. И гораздо легче, я вам скажу, брать. Похоже на мороженое. Гораздо легче брать мешочек кондитерский. Из него выдавливать. А, да. Ну, когда мы делали капкейки. Да, с капкейкс мы сделали мешочек, и мы мешочком подрезали маленькую штучку. Единственное, что нам сегодня еще надо будет купить, это червяков. Червяков в магазине, в том, где я была, не было. Червей. Но мы украсим малинкой, потому что у нас растет поздняя малинка, которая сейчас еще плодоносит. Да, и мы украсим наш тортик малинкой.
Главное, чтобы она была более-менее ровно. Все. Хорошо. Давай я большую крупную ложечку. Угу. Его надо спилать. I know we need a lot, so мы используем остатки. А-а-а. Ну, там немножко можно оставить вам погрызть с папой. Мне погрызть тоже. Я сказала вам погрызть с папой. Все, вот у нас получилось как раз наша полная трайфл бол. I can make like a little like a poo emoji. Да. Cover it in Oreos. Покажем вот так вот пока, как оно выглядит. Угу, полосатый такой красивый тортик. Вот. Мы купим червячков, украсим малинкой и покажем вам, как это выглядит все в законченном виде.